Но вы сами прекрасно понимаете, что дома высушить невозможно. Ну, просто невозможно. Это можно просто поддержать сейчас людей. Вот. А на сегодняшний момент, тогда я закупила у компании на тле, так как они отказываются жертвовать, ссылать на ВОЗ. В момента никакого запрета Минздрава на это нет, понимаете? Я добьюсь того, чтобы эта ситуация была выяснена. Конечно, я не могу никого заставить жертвовать, но у меня возникает такая странная ситуация, что компании и люди, просто частные люди жертвуют, а компании, которые производят грудное молоко-заменитель, да, а это дети от нуля и до года, получают, наживается на этой ситуации, потому что первую тонну я закупила на 1 000 000, это Армен Саркисян пожертвовал деньги, а сейчас сегодня должна быть проведена на 1,5 миллиона рублей, я закупаю опять же Nestle, потому что на Дальнем Востоке фактически лобби компании Nestle. И мне это не нравится. Но это я так мягко говорю, по той простой причине, что если ребенка с 5 месяцев можно чем-то накормить, я привезла все прикормы, каши, банки, все, что могла собрать, то что делать с детьми-искусственниками, я, например, не очень понимаю в этой ситуации. То есть, понимаете, 2,5 миллиона –